Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Еще 12 апреля у 75-летнего Юрия Куклачева прямо во время концерта случился инфаркт. Артист крутил педали велосипеда и показывал кошек, а затем пожаловался на давящую боль в груди, которая распространялась на область лопатки. Со сцены его госпитализировали в реанимационное отделение, а после провели операцию. Сообщения о состоянии артиста поступали отрывочные, но несколько минут назад СМИ объявили, что операция прошла успешно, правда, с осложнениями. Мало того, во время нее у Куклачева остановилось сердце. Врачам потребовались усилия, чтобы провести реанимационные мероприятия. Как сообщают близкие артиста, ему поставили стенты. По сообщениям СМИ, врачи дают ему около 5 лет жизни, цитата. Врач поставил 5 стентов. Если они приживутся, то еще 5 лет можно спокойно жить, сказали в окружении артиста, один из его друзей. Также ситуацию осложняет сопутствующее заболевание Куклачева, ведь 10 лет назад у дрессировщика нашли рак кишечника. Тогда он был на грани жизни и смерти, и врачи не давали никаких прогнозов. В данный момент он находится в ремиссии, но болезнь может вернуться в любой момент. Напомним, у Куклачева 3 взрослых детей, которые также работают в театре кошек, а еще 6 внуков.